Кишинев требует срочно организовать встречу в формате 5+2. Такое заявление сделала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. Она отметила, что незамедлительного решения требует проблема доступа медперсонала. Речь идет о медиках, которые проживают в Приднестровье, но работают на территории подконтрольной Республики Молдова. С момента введения режима чрезвычайного положения около 95 врачей и медработников пожаловались, что не могут перемещаться из-за карантина, введенного приднестровской стороной. Но случаев может быть больше, и это очень тревожный факт, потому что жители не могут получить медицинскую помощь, что может обернуться потерей человеческих жизней, сказала Лесник. Она сообщила, что пыталась организовать заседание совместной рабочей группы по вопросам здравоохранения, но Тирасполь не ответил на приглашение. Сожалею, что приднестровская сторона относится несерьезно к пандемии коронавируса. Кишинев уже разработал ряд решений о перемещении и размещении медперсонала, но нужно снять ограничения на передвижение, сказала вице-премьер. Она также обратила внимание, что 320 тысяч граждан республики, которые проживают на левом берегу Днестра, обладают медицинской страховкой, и автоизоляция, навязанная приднестровской стороной, ограничивает их доступ к компенсируемым лекарствам. Сейчас в регионе зарегистрировано порядка 80 случаев заражения коронавирусом, и Кишинев обеспокоен динамикой распространения, а также применяемыми в регионе мерами. Лесник также отметила, что отсутствие информации с левого берега приводит к тому, что выход из сложившейся ситуации – проведение переговоров в формате 5+2. В то же время глава внешнеполитического ведомства Приднестровского региона Виталий Игнатьев считает, что Кишинев, требуя проведения заседания, продолжает использовать пандемию в своих политических целях. Игнатьев считает, что истинная цель молдавских коллег – отвлечь внимание международных наблюдателей от собственных неблаговидных действий в отношении Приднестровья. Он также добавил, что в условиях карантина говорить о проведении заседания в формате 5+2 нельзя.